Рыбка сегодня не клюет, но посмотрите, какой восхитительный закат. Есть что-то село. Похоже на луфаря. Вот он, луфарик. На 140-й. Взял. Кто это? Луфарь. Обратите внимание на рыбу и на воблер. На 140-й тайтминул. Взял вот такой луфарик. Это называется, когда мы собрались уезжать домой. Но все говорит о том, что не едьте, еще порыбачьте. А коровы вообще безразлично. Сидят, лежат, стоят. И хоть бы хны. Объезжайте. Нам пофиг. Они спят, вот, с закрытыми глазами. Все, что нужно знать о рокфишинге, я собрал для вас в одном месте. Переходи в мой закрытый телеграм-канал Rockfishing School. Там ты узнаешь все самое важное, интересное и полезное о морской рыбалке. Лосось! Да ладно! Пошел во свояси, красавец. Не хочет уходить, на прощание еще ушел. Друзья, ну я очень рад. Действительно, такая рыба очень редкая для меня. Что удивительно. Сработал вот этот воблер снова. Tight Minnow Slim
140-й. Думал, крупный луфарь, оказался черноморский лосось. Круто, я рад. Ну ладно. Скорпена на 120-й дуо Тайт Минов. Неожиданно. Охотился я совсем за другой рыбешкой, а поймал вот такую вот. Ну, ничего удивительного, в принципе. Вполне она могла клюнуть, потому что здесь миляк, а воблер идет непосредственной близости ко дну. И вот ёршик атаковал и попался на крючки. Друзья, подошла к концу моя очередная поездка в Абхазию. В этот раз обошлось без ловли форели. Целенаправленно поехал ловить только на море и упирался в крупные воблеры от 120 мм и до 160 включительно. Удалось поймать и луфаря, и такую достаточно редкую рыбу, занесенную в Красную книгу в Краснодарском крае. Это черноморская кунжа. Порадовала своей бойкой поклевкой и немедленно была возвращена в свою родную стихию. Ну и также поймал ерша неплохого размера на 120-миллиметровый воблер дуо Тайдмину. Вообще Тайдмину в этот раз рулил у меня в разных размерах от 120 до 140 миллиметров. На следующий сезон, думаю, обзавестись более крупными воблерами 175-180 миллиметров. Буду переходить постепенно на бигбейты. Может, это и сработает, потому что в Черном море водятся трофеи. Их немного, но они есть. И надеюсь, что рано или поздно мне посчастливится поймать заветный трофей. Кто к нам пришел? Вот, кто к нам пришел? Собачка, Боб. Забавный пес. А на этом, я думаю, все. Кому понравился ролик, лайк. Ну и до новых встреч, всем отличных рыбалок, пока!